обучение населения защите от оружия массового поражения – одна из важнейших задач гражданской обороны. Оно является всеобщим и обязательным для всех граждан нашей страны. Все граждане по месту работы обучаются по программе всеобщего обязательного минимума знаний по защите от оружия массового поражения. Для этого используются учебные пункты и классы гражданской обороны, имеющиеся защитные сооружения и специально оборудованные учебные городки. Основным методом обучения являются практические занятия, на которых изучаются приемы и способы защиты. Кроме того, проводятся тренировки с целью закрепления практических навыков в действиях по сигналам гражданской обороны и в использовании средств защиты. На занятиях широко применяются наглядные пособия и учебное имущество. Изучение программы завершается сдачей практических нормативов. Обучение учащейся молодежи организуется по специальным программам в учебное и свободное от учебы время. В школе во вторых и в пятых классах обучают пользоваться средствами индивидуальной защиты и защитными сооружениями по сигналам гражданской обороны. В лагерях, участвуя в военно-спортивной игре «Зорница», школьники совершенствуют свои знания и навыки. В девятых классах, в профессионально-технических училищах и в средних специальных учебных заведениях обучение по гражданской обороне является составной частью начальной военной подготовки. Под руководством военрука учащиеся получают практические знания по защите от оружия массового поражения, по использованию приборов радиационной и химической разведки и на практике изучают приемы оказания первой помощи себе и товарищам. Учащиеся техникумов и других средних специальных учебных заведений изучают гражданскую оборону с учетом особенностей своей специальности. Девушки обучаются в качестве санитарных дружинниц. Студенты вузов, изучая гражданскую оборону, готовятся к выполнению обязанностей командно-начальствующего состава невоенизированных формирований. Подготовка студентов проводится с учетом профиля их обучения в вузах. Население, не занятое в производстве и сфере обслуживания, обучается по специальной программе. Организуют эту подготовку органы гражданской обороны городов, районов, сельских и поселковых советов, объектов народного хозяйства, а также руководители жилищно-эксплуатационных контор и домоуправлений. Для этой категории населения используются самые разнообразные формы занятий.
На объектах народного хозяйства рабочие, колхозники и служащие, зачисленные в невоенизированное формирование, кроме изучения общей программы, проходят специальную подготовку под руководством командиров формирований. Основным методом обучения являются практические занятия, в ходе которых осваиваются приемы и способы проведения спасательных работ. Подготовка формирований в составе звеньев, групп и команд осуществляется на тактико-специальных занятиях и учениях. При подготовке санитарных дружинниц главное внимание уделяется приемам оказания первой медицинской помощи. В сельской местности подготовка личного состава формирования и всего населения направлена на защиту сельскохозяйственного производства. На всех занятиях особое внимание уделяется морально-психологической подготовке личного состава. Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава осуществляется непосредственно на объектах народного хозяйства, на курсах гражданской обороны и в учебных заведениях повышения квалификации. Здесь обучаются управлять формированиями в различных условиях. На командно-штабных учениях, проводимых на объектах, руководящим и командно-начальствующим составом отрабатываются важнейшие вопросы ведения гражданской обороны. Система обучения населения обеспечивает его подготовку к защите от оружия массового поражения. Комплексные объектовые учения – основная форма подготовки объектов в целом к практическому выполнению задач гражданской обороны. Руководителем учения, как правило, является начальник гражданского.